Ты даже вот так вот смотришь. Мне кажется, эта сторона припухла. 2 дня я мучился зубом, он так фоново болел позавчера. Вчера мы приехали с ГИ, и мне пришлось даже выпить сильное обезболивающее Найс. Потому что зуб мудрости начал болеть уже невыносимо. Сегодня выпил вчера перед сном, ночью проснулся в 4 утра от адской боли, выпил еще таблетку, и эффект был быстрый, потому что в 7 утра я снова проснулся, потому что, я не знаю, на стену можно лезть. Это какая-то нереальнейшая боль. Я жду, сейчас открывается клиника 8, и сразу пойду туда, потому что жесть. Потому что жесть. Не дождался я даже рассвета. Бегу в клинику, потому что это невыносимая боль вообще совершенно. В жизни так не болели зубы. Ну, хотя уже вот видите, так более-менее светает, пока собрался туда-сюда. Бегу. Немножко, кстати, позавтракал. Потому что сейчас после удаления часа 3, наверное, вообще кушать нельзя будет. У нас -4, вот. Дует такой ветерок холодный, и кофту прям продувает. У нас же здесь нету курток, ничего, и я вот хожу в одной кофте и в жилетке. Но погода, ну так сказать, радует, по крайней мере, это не -15-20, вот, и не так холодно. Но скоро отсюда, конечно, уже поедем, потому что не гуляем, даже не гуляем. Ни у кого нет зимней обуви, тратиться на эту историю неохота. Ладно, я пошел в клинику и разговаривать больно хочется, с вами чем-то поделиться, а разговаривать не могу. У меня есть хорошая новость, потому что мне сказали, что удалять его не нужно, и нужно просто подрезать капюшон. Просто воспалилась там десна, как бы, но зуб такая лезет, вот. Но так как праздники, хирурга нету в этом отделении, меня отправили в другое. Вот, сказали ехать прямо сейчас до 12. Естественно, с утра это решаю. Вот, ну чуть позже вам расскажу, каково это было. Сразу резкое отличие мультивана от Мерса, который у нас был. Это то, что Мерс заводишь, и сразу же идет теплый воздух в салон. Здесь вот я завел его без вибасты. Он поработал минут, ну, где-то 10 примерно. Я еду уже минут, наверное, 10. И вот только сейчас начало тихо, тепленький такой, еле-еле теплый воздух. То есть, ну, в машине еще прохладно. Получается, что если вот жить вот в таком климате зимой, то нужно обязательно включать вибасту, чтобы двигатель согрелся до того, как мы его запустим. Извините за мою речь, я очень сейчас как-то криво говорю, прям слышу это, у меня рот не шевелится, чуть больно. Такс, приехал я, значит, в другое отделение, поликлиника центральная, стоматологическая в Подольск. И просто, друзья мои, вообще охренел от такого количества людей, которые там, все сидят а-ля с острой болью. И я понимаю, что я сейчас здесь сидеть буду, скорее всего, до 12. А он здесь принимает до 12. Один врач на весь город. И я к чему все это? К тому, что в который раз я пытаюсь воспользоваться нашей бесплатной медициной, и у меня это не получается. Ни у меня, ни у Насеньки, ни у наших детей не получается воспользоваться тем, что дает государство. И опять разворачиваюсь и еду в платную. Сегодня просто день зубов. Артемка наконец-то дался, чтобы я ему тоже вытащил. Четвертый уже зуб ему вырываю. Я на 12 записался к стоматологу, собственно, пока дома, пока немножко еще закинул еды. Артемке вырвал зуб. У меня сейчас отпускает Найс, и я просто на стену начинаю лезть быстрее в 12. Еще сегодня ночью меня спасло то, что мне в Инстаграме написали вот это сообщение, и я встал и начал ходить, смотри, представляете? Смотри. Я перед сном в 12 где-то выпил этот Найс. Мне помогло, я уснул, 3:30 проснулся от сильной боли, выпил, и он вообще не помогает. В итоге я просто поймал это сообщение, встал, начал ходить, и меня отпустило. И вот так вот до поликлиники я ходил из угла в угол. Еще сегодня у меня в планах пройти на машине ТО, поменять масло, фильтра. Блин. Вот. Сейчас зубом порешаю.
а потом поеду на юг Москвы. Там есть клубный сервис, который занимается мультиванами, каравеллами, транспортерами. Вот, загоню туда, там у них все есть наличие, уже с ними созвонился. Все должно где-то в 1008 мне обойтись вместе с работами и запчастями. Пустила такая боль адская, друзья, вообще не представляете. После вот этой операции меня начало отпускать, и так сильно снова заболел зуб, что просто нереально. Я опять закинул найс и уснул. Ух, намучился нехило. Я отменил на сегодня, значит, встречу в автосервис, перенес ее на завтра. Завтра у нас вот будет автосервис, еще будет шикарнейшая фотосессия. Надеюсь, мне завтра будет лучше. Мамулька сходила в магазин и купила настольную игру. Плюс одна настольная игра в нашу копилку «Монополия». Мы очень давно хотели вообще купить. Правда, это игра для двух игроков. Интересно. А мы обычно играем, ну, минимум втроем. Мы с мальчишками, тогда присоединяется Настенька. Ну, посмотрим, как они сориентируются в ней. А возможно, мы ее растянем и даже на три игрока. Посмотрим. Так, к нам приехала сегодня еще одна банда. Мирочка. Пацаны вон ее уже пытаются достать. Настенька нам всем заказала фотосессию в таком интересном. Интересном, я даже не могу это нормально разговаривать. В новогоднем луке. Новогодней одежде. Завтра мы просыпаемся пораньше, едем все дружно, такая большущая семейная фотосессия. Спасибо Настеньке за это. Вот уже и утро, мы все собрались. Посмотрите, Жинс, моя банда. Так, там дедушка и ребятки еще сейчас подъедут на своей уже только машине. Все, мы выдвигаемся. Что касается моего зуба, сегодня мне полегче, но утром я проснулся, все равно, вот это, знаете, нудятина была, он немножко гудел, вот, и я снова закинул Настю, потому что, думаю, надо на фотосессии быть активированным по максимуму. Сейчас двигаемся, ну и покажу вам немножко кадров с фотосессии, надеюсь, у нас все получится и пройдет, как мы запланировали. Мы уже здесь, на месте, посмотрите, какая красота. Лепота. Есть несколько залов. Вот такой вот. А, ну можете пойти пока посмотреть. И посмотрите. Так. Мы здесь будем, да? Нет, мы там в том. И еще зал. Ух ты. Так. Пацаны, нам сюда. Так, все. Не баловаться. Так, вот, мы будем вот в этом зале. Так, первый дубль. Пошли внуки. Не хватает только Мирочки. Пока фотографирует мальчишечек, мы фотографируем родителей на другой локации. Наши ребята опоздали, как всегда, и нам пришлось другую студию сейчас арендовать. Ну, вы же помните моего брата еще из Крыма, как мы с ним путешествовали, везде его ждали. Вот сейчас ситуация повторилась. Наша фотосессия закончилась, детвора устала, все, едем дальше.
живая. Приехали домой и сразу смотрят, фоточки получились. Ну да, на телефон, да, да. Это потом еще будет удалила, фотки с фотоаппарата, прям нет, профессиональные. Да, но да, телефончик да, фотографирует да, тоже да, достаточно классно. О, ага. Немножко вам закину, посмотрите. А ты смотрела, где мы все вместе? Ну, красота. Ой, дедушка. А, Родёнчик Мирочку веселит. Попросил родителей приготовить фирменное бурятское блюдо. Батя сходил, купил уже фарш. Чуть позже я вам покажу, а мы с вами отправляемся пока в сервис. Я выезжаю с двора, с парковочки. Двигаемся на юг Москвы, на Анино. Я нашел там клубный сервис. И самое, что интересное, это то, что здесь живут родители ребята в доме. Тоже их знаю. Они служебную машину, транспортер, тоже обслуживают там. Так, ну что, я добрался. Да, здесь вон фольксвагены стоят. Еще фольксвагены. Пойду узнаю. У меня запись на 4 часа. Заезжаем. Оп. Ну, сказал, загонит сам. Пусть загоняет сам. Ну тут вон, видите, фольксвагены чинятся. Первое ТО. Сейчас будут машину выгонять, распечатали мне заказ наряд. Вышло у меня 9300, но мне сделали полнейшую диагностику. Я, конечно, немножко подрастроился. Сейчас с вами поделюсь. Выезжает красавец. Я хочу вот что сказать. Смотрите, это клубный сервис, но они не совсем мне подсказали по ошибке. Я сделал диагностику вообще всю максимальную, то есть я сделал диагностику коробки, диагностику двигателя, диагностику всю электрики, диагностику ходовой, диагностику подвески. То есть все, что можно было посмотреть, они посмотрели и прочитали. Были какие-то ошибки с последнего, видимо, какого-то ТО, когда их делали. Они, в общем, все убрали. И была ошибка по коробке. Третья и четвертая муфта выдает ошибку. Что это значит, неизвестно. Он сказал, что нужно загнать туда, где делают вот эти ДСГшки. Загони, там тебе, говорит, прочитают, посмотрят и скажут уже вердикт. Но здесь, в заказ наряде, он написал ремонт коробки ДСГ. Они, к сожалению, не занимаются. Я так странно. Причем я говорю, а посоветуйте кого-то. Он говорит, мы никого не советуем. Вроде клубный сервис. Ну, ладно. Идем далее. Очень что интересный момент, да, если вот вы будете машины покупать, вдруг вы захотите купить такую машину, то знаете, я когда приобретал, я не надеялся, что у такой машины будет там пробег типа 200 тысяч, либо там 150, либо 250. И на этой машине, вот я сейчас сделал ТО, 234 тысячи пробега. По автотеке видно, как его крутили. И я понимаю, что скорее всего у этой машины не может быть пробега в 234. Так вот, со всех узлов в машине можно скинуть пробег, его как откорректировать. Плюс, в минус, как вам угодно, да? Вот при покупке машины вопрос, а какой пробег? Можно всегда отвечать, а сколько надо, столько и поставим. И с коробки ДСГ нельзя скорректировать пробег. Так вот, на коробке сейчас, а коробка, как диагностика показала, стоит родная и немененная, 464 тысячи пробега. Соответственно, и у машины 464 тысячи пробега, 500 000. Да, вот эти двигателя 2.0 дизельные, они, как я слышал, что и 1 000 000 ходят спокойно. Но коробка что-то выдала ошибку. Но здесь я уже, наверное, не буду загонять. Буду загонять уже в Краснодаре, найду, где занимаются ТСГшками. Вот, и буду с вами делиться дальше. А так, по всяким разным этим, машина чистая, все нормально, все абсолютно хорошо. Как я и думал. Но вот по коробке что-то выдает. Надо будет проверять. А теперь пойдемте уже кушать. Я очень сильно голодный. Надеюсь, что родители уже приготовили фирменное бурятское блюдо. О, процесс тут полным ходом. Часть пост уже готова. Так, ну наконец-то процесс пошел. Все там приготовилось. И отправилось вот в такую позницу. Немножко вам покажу. Та-ра-та-та. Вкуснотища. Вау. Ну вот и красотища. Все. Будем садиться кушать.
вот так прошел наш сегодняшний день. Я пойду кушать, очень сильно голодный. Зуб более-менее восстанавливается. Единственное, что отдает на ухо и вот на этот лимфоузел. Но, надеюсь, завтра будет еще легче. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока!